В народе эту смесь называют эликсиром молодости. Как очистить вены от тромбов и растворить холестериновые отложения народным средством? Такую смесь нельзя назвать очень уж аппетитной, но своей популярности она обязана не вкусовыми качествами, а полезными свойствами. Эта смесь используется для очищения организма, а состоит она из трех мощных природных ингредиентов – мед, лимон и чеснок. Лимон способен рассасывать холестериновые бляшки. Мед за счет глюкозы расширяет сосуды и улучшает коронарное кровообращение. Повышает гемоглобин и снижает холестерин в крови. Способствует выведению шлаков из организма. А чеснок оказывает противогрибковое воздействие, повышает эластичность сосудов, является профилактикой атеросклероза, способствует выведению токсичных металлов из организма. Сохраните или запишите классический рецепт смеси из меда, лимона и чеснока. А рецепт очень простой. Один средний лимон нужно вымыть и разрезать на несколько частей. Цитрусовый мы будем использовать целиком со шкуркой и со всем содержимым. Параллельно нужно очистить 2 зубчика чеснока. Вместе с лимоном их нужно пропустить через мясорубку. Последним в смесь мы добавляем мед. Нам понадобится 100 грамм меда. Тщательно все перемешиваем и перекладываем в стеклянную банку для хранения. Принимать по 1 чайной ложке разведенной в стакане воды 2 раза в день. Хранить смесь нужно в прохладном помещении при температуре от 1 до 15 градусов, но лучше всего хранить в холодильнике. Рекомендуем не заготавливать большое количество народного средства, а восполнять запасы по необходимости, так как срок годности смеси на основе меда, чеснока и лимона до 10 дней.